Итак, всем привет, я лентяй, снимаю на телефон, пока не переделал, вот провода уже прокинул до солнечных, сейчас буду там резать, но меня попросили снять маленький ролик, подключить электрод проводам от солнечной батареи, вот они вот тут идут, и вот здесь вот шланг такой черный идет, подо льдом и вон до солнечных, соответственно, я вот тут уже замотал, ой, видите, да? Замотал я, перемотал. Сейчас буду подключать электрод двоечка и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Соответственно, буду смотреть через камеру. Далеко я увожу без маски. Ток 30 ампер всего. Ух ты, блин, слепануло так как. То есть варить можно неплохо. Тока все равно не хватает. Толстая железяка. Ну, смотрите, тоже короткого не боится, как сварочные инверторы. Жесть. Как бы крыша не загорелась. И специально замотал два по два провода. Что, тут что ли? Это что такое? О. Нагар. Ну, точно нагар. Я уж думал, солнечные сдохли. Ну, конечно, это вряд ли. Мне многие в комментариях писали, что типа нельзя, короткое замыкание. На солнечных батареях как раз и можно это делать. Напряжения не хватает, ребят, я прям чувствую. То есть поначалу вроде сопля идет, но потом она из-за счет того, что ток есть, а напряжения нет, как бы слабее становится. Вот именно когда у нас расплавляется металл, видим, вот он кусок. Ну, вроде так-то вон. Ой. Наплавило даже что-то. Да фокусируйся. Можно так играться долго, как бенгальские огни. Блин, красиво. Где берем батон? А вот тут даже написано троечка. Нет, что-то троечка, слушайте, нормально троечку берет, значит, это не двоечка у меня в коробке лежала. То есть можно достаточно долго так, ребят, возиться. То есть батарею надо соединять не в 24 вольта, а поболее. Если надо ток с ракет.
То есть где-то 48 вольт. То есть это не аккумуляторы. Есть такая же фишка с аккумуляторами на 24 вольта. Но на 48 вольт будет она вот именно для солнечных батарей работать. То есть не хватает напряжения. То есть когда вот я делаю вот так вот, то есть появляется вот у нас раскаленный металл. Я не знаю, как это называется, я на сварщика не учился. Вот это вот появляется, у нас сопротивление тогда достаточно маленькое. То есть и напряжение очень сильно просаживается. И походу оно просаживается до 12 вольт. То есть, а надо, чтобы было 24, а 24 можно получить только на 48. В то время, когда на аккумуляторах мы 24-вольтовых делаем такое, там такой проблемы нет. То есть они достаточно хорошо с тяговыми работают. Ой, с высокими нагрузками. Начало раскаляться вот здесь, где я пальцем придерживаю. Ну, то есть ничего интересного такого нету. Двоечкой, наверное, можно варить. К сожалению, искать не хочу. Вот видим, сколько я уже вожусь, да? Надо на камеру вожди снять. То есть достаточно красиво. Все раскаляет. Так что буду я сейчас переделать свои проводочки. Как раз четенько хватило. На этом все. Я прощаюсь с вами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока на крыше, может быть, еще что-нибудь замучу. Есть шанс.